Я к вам обращаюсь с просьбой. Я уже 2 года не могу найти справедливости, не могу добиться возбуждения уголовного дела в отношении врачей СЦМ номер 8. Мой муж Джамангулов Шакир Усманович 20 марта 2015 года умер в коридоре СЦМ 8. Врачи ему не обеспечили покой, не своевременно не оказали медицинскую помощь. Вызвали скорую помощь только после его смерти. Постановление об отказе уголовного дела следователь Свердловского РУВД города Бишкек Касымова и Садыгалиева. Я дважды подала иск в Свердловский районный суд и дважды выиграла. Согласно постановлению, после вмешательства ГСУ МВД Кыргызской Республики направили повторно уже на 4-й раз судебно-медицинскую экспертизу с участием независимого эксперта Шадыбекова. Но Минздрав и Центр медицинской экспертизы всячески препятствует, чтобы Шадыбеков не участвовал в этой экспертизе. Мен кайрылын себебин Жетөөз районуна Кызылсай эл өкмөттүн караштуу Юматов кооперативинин атынан жалпы кооператив мүчөлөрүн кайрылып жатам. Кайрылган себеби мурунку жетекчи Асанали Аскарбек жана мурунку айыл өкмөтүн башчысы Мукамбетов Кубан Садырбаевдин мыйзамсыз чыгарып алган мүлктөрүн сатылган техникаларды кайрышуу кооперативдин калыбына келтирүү үчүн негизин кайтарып берүүгө биз финансовый полиция кайрылганбыз. Финансалык полиция 1914 жылдан бери маңызсыз жооптор кайтарып ушул берген суроолу арыздар чечилбей жатат. Ушул убакыт биринчи микрофондун атынан биз ушул башкы прокуратурага, жогорку кеңешке жана сотко бардык жагынан кайрылып биздин ушулки бизге чечүүнү, акыйкат чечип берүүнү кайрын суранабыз. Я Саматова Гульнара Маденовна, приехала из города Карабалта по причине безвыходной ситуации. Я получаю, это большая проблема, у меня алименты, которые я получаю 200 сомов и выше. Отец детей работает в Бишкекской железнодорожной станции. Иногда алименты не начисляются, так как он в этом месте не работал, по крайней мере, так говорит бухгалтерия. Очень надеюсь, что в этой критической ситуации откликнутся соответствующие органы на мое горе. Также я прошу обратить внимание всех депутатов на все извилины Семейного кодекса и в первую очередь по защите прав детей в растущей неполноценной семье. Я не могу добиться алиментов в твердой денежной сумме уже 1,5 года. Ведь дети – наша нация, наша радость и наша жизнь. Ардым акты жаман деп, будан кайдан табасын, агайын